Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас обзор замочка фирмы APFQS. Замок довольно-таки внушительный, тяжелый, выполнен довольно-таки качественно. Производитель утверждает, что замочек очень крепкий, надежный, мощный и рассчитан для установки на двери вашего гаража. Ключика у этого замочка нет, ключик утерян. Замок в рабочем состоянии. У данного замочка так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пинов. Не знаю, будет вам видно или нет. 6 пинов. Открывать этот замочек мы будем с помощью вот такого вот воротка. И вот такого вот инструмента для аварийного вскрытия замков. Это прочес для перфорированных цилиндров. Делаем небольшой натяг пальцем на вороток и вставляем эту отмычку в скважину замочка. Как вы видите, замочек открыт. То есть на первый раз, казалось бы, такой мощный, увесистый замок. Повторюсь, довольно-таки качественно выглядит он, сделан. Давайте мы на всякий случай его закроем и попробуем повторно произвести вскрытие, чтобы исключить вариант случайности и повторно этой же отмычкой перебираем пины, вставляем замочек. Вот. Как вы видите, замочек открыт. Стоит ли устанавливать этот замочек на двери вашего гаража или постараться найти что-то более надежное, решать вам. Подписывайтесь на мой канал, если вас устраивает данный контент, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. И, возможно, следующее видео выйдет на тему вопроса, который вы оставляете под моими видео.